Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars spent. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. Я молчу. Да, я порекомендовал краснодарский троллейбус. Вот, например, его развертка из Краснодара, и я даже сделал ее. И нарисовал деталь на крыше. Он сделал из троллейбуса города Химки номер 0025. Ой, Москва, Химки. Но это Краснодар. Он просто сделал прикраску из того троллейбуса. Просто больше ни из какого. Один Артур сделал вот эту модель. Он сказал никому не давать эту развертку. Развертку не дам. Сразу предупреждаю. Но если вы так хотите, то ладно, дам. Он мне дал чисто как Владивостоксу. А я живу во Владивостоке. Маршрут 5. Хотя тут 11. Это был из Рязани. А сейчас он из Владивостока. Он буквально поменял переднюю маску и бортовой номер. А еще маршрут добавил. Номер 5. Просто приправа от сухого Ролтона. Все. Катушек у него нет, потому что в нашем городе катушек нет. Самая ровная лестница, да и самая тонкая. Есть фонари объемные, вот эти детали, задние детали бампера, бандеры. Неровно, потому что тут штанги почти впереди были, как у трамвая пантограф. Это надо было сделать, как у трамвая буги. И нет, я сейчас не говорю про вагоны, у которых буги спереди. А я сейчас говорю про те вагоны, как РВЗ-6 или МТВ-82. И давайте мы плавно перейдем к Троллзе 5264.01 столица. Завтра еще будет доставка Троллз 5264. Но завтра будет доставка и автобусов. ЛиАЗ 5293. И тоже в таком масштабе. Пока что троллейбусы будут поступать в таком масштабе. Так, стоп! А я это не понял. А что-то, когда я на них в реальности смотрю, у них не виден маршрут, а тут виден. Да и тут они вообще... Странным образом. Ну-ка, если на большой масштаб посмотреть. И тут так же. И тут. А когда я просто смотрю, этого нигде не видно. Что за... Троллейбус я отвечу. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Краснодарский троллейбус. Мой лучший друг. Его зовут Егор. Во ВКонтакте он Егор Луговой. В Телеграме он BTZ5276.04. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.